Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я расскажу, как приготовить морс из красной смородины. Напиток очень вкусный и полезный. В морсах сохраняется максимум витаминов, поэтому они более полезны для детей, чем привычный компот. Морс из красной смородины готовлю из свежих ягод, но если их нет, использую замороженные. Сначала несколько секунд пробиваю ягоды в блендере на пульсирующем режиме. Если блендера у вас нет, можно размять ягоды ложкой в миске. Далее ложкой протираю массу через сито, чтобы получить сок с мякотью. Полученный сок на время приготовления морса ставлю в холодильник. Тару для этого сока беру стеклянную или керамическую, чтобы сок не окислился. Оставшийся на сите после протирания жмых складываю в кастрюлю, заливаю 2 литрами чистой воды, добавляю сахар, довожу до кипения и варю 5-7 минут на тихом огне. Затем даю отвару полностью остыть и настояться, после чего процеживаю через сито. Вливаю в отвар сок, который ранее отжала, перемешиваю и переливаю в кувшин или бутылку. Когда готовлю морс из замороженных ягод, отвар из жмыха обычно бывает с пеной. Я снимаю ее ложкой, а затем уже вливаю сок в отвар. Такой морс желательно выпить в течение суток. Вместо сахара можно добавить мед. С ним морс получается ароматным и необыкновенно вкусным и в теплом виде, и в холодном. Уверена, вам понравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!